суток, мои дорогие. Сегодня я хочу приготовить плов. Плов у меня будет из бедра цыпленка. Вот такие у меня большие кусочки, бедрышки. Разрезала. Сейчас я их разделю на бедрышки, на две части. Удалила шкуру. Я не люблю, потому что шкура. Дальше у меня три средние луковицы, три моркови средние. Режу, как обычно. И жареная помидора была. Вот, значит, я один уже порезала. Я его шкурку я очистила. Вот видите, шкурку очищаем и режем на квадратики. Добавляем помидоры, пассированный наш лук с морковкой. И ставим еще тушиться или жариться, что, в общем, чтобы еще помидоры наши. Выкипала лишь золотистой корочки. Больше я ее не буду, потому что она у меня без шкурки, она у меня подгорает. Высыпаю рис. Рис подготовленный заранее. Томаты. У меня где-то вот бокал еще такого риса. Это где-то, наверное, бокал. Грамм 300, наверное. Вот. Добавляю соль, на глаз делаем себе, добавляю кориандр на любимый, потом я чесночку добавлю, перец красный, чуть-чуть буквально, а чуть-чуть, и черный молотый, Все. Добавляю я воду кипяченую. Размешаем хорошенько, чтобы вода покрыла рис. Без всяких норм. Все на глаз. Вот добавляю просто, чтобы у меня два пальца закрыло. Рис. На два пальца. Если что, я потом еще добавлю. Все, я убавляю поменьше, делаю глаз. Закрываю крышку. 10. Где-то минут 12, наверное. Сейчас я посмотрю, что у меня здесь. Так, сейчас я немножко попробую на соль. Водичку. Добавляю тушеные морковь с луком, с помидорами. Добавляю сюда чеснок и лаврушечку. Еще можно добавить. Ну, у меня, значит, этот хмели-сунели. Ну, как вот маги с курицей, с овощами и зеленью. Добавляю где-то, наверное, чайную ложечку. Соль я не буду добавлять, а вот чайную ложечку я для приправы добавляю. И добавлю еще водички. Все это хорошо сейчас размешаю. И оставлю, сделаю совсем маленький газ. Сделаю вообще на двоечку. И будет у меня где-то минут 15 еще тушиться, потому что рис еще сыроват. Сейчас все хорошо размешаю. Я ставлю тушиться на минут 10. Дальше включусь, покажу. Все готовят, наверное, по-разному. Я раньше готовила всегда тоже лук с морковкой, обжаривала вместе с мясом. И сейчас стала, когда готовить отдельно, плов прям совсем по-другому. Вкус у него совсем другой. Поэтому изюминка в том, что лук с морковкой. И если нету помидор, зимой же они дорогие, то я добавляю томатную пасту. Поэтому хочу сказать, что это обжаривается, когда отдельно, то совсем вкус другой. Совсем. Видите, какой рис? Рис получается такой вот рассыпчатый. Вот. И вкус совсем другой. Морковка, когда пассируется отдельно от мяса, и добавляется эта пассировка уже в самом конце, получается за 10 минут. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Всем пока-пока.